эта песня обо мне, и эта песня мотивация для девчонок. Вот, на самом деле, практически все песни, которые сейчас выпускаю, они все как-то связаны либо со мной, либо это действительно история из моей жизни. Вот, просто сейчас я могу об этом уже говорить спокойно и могу доносить это как раз-таки до девчонок-слушателей в надежде, что кому-то это поможет, у кого-то это откликнется вот здесь вот сердечки. Вот, поэтому, да, ответ, видите, какой? Сразу два пунктика. Контент в тренде. Во-первых, сейчас очень сильно взрывают ТикТок, Телеграм-чаты с кружочками. То есть это просто кружочки, где блогеры общаются, подписчики все это наблюдают, они там несут всякую фигню, но при этом людям интересно, и это прямо сейчас взрывает соцсети. Плюс Инстаграм обещал вести платные сторис. Я не знаю, как к этому отнесутся подписчики, но мне кажется, будет большой бум. И обязательно, вот знаете, что будет самым главным трендом? Это прямые эфиры. 100%. Прямые эфиры в ТикТоке, в Инстаграме. Сейчас прямые эфиры на Твиче набирают невиданную популярность, все это обсуждают в других соцсетях, поэтому за прямыми эфирами сейчас будущее. Да, на многое не готова, на самом деле. Не готова обманывать аудиторию. Да, это сейчас прозвучит банально, и, наверное, все так говорят, но это действительно искренне. Не готова обманывать, не готова рекламировать всякую туфту, не готова придумывать какие-то специальные инфоповоды, и тем более негативные. То есть, вот эти, знаете, голые видео в соцсети. Как некоторые любят у нас делать на этой страде. Ну, я бы так не хотела, конечно. Эти пиар-романы. Конечно, ориентируюсь на подписчиков, в принципе, читаю директ каждый день, стараюсь прям общаться с своей аудиторией, понимать, что им больше заходит. Например, утренние сторис, где я танцую, или там профессиональные фотосессии. Ну, то есть, все равно мне важно видеть их отдачу, как и любому блогеру. Если он скажет, что он делает это для себя, то это просто балабольство, потому что ты, в принципе, все, что ты делаешь в соцсетях, ты делаешь это для людей. На самом деле, смотрю своих друзей и смотрю других тиктокеров. Ну, то есть, в основном, это все одна тусовка, все-таки тикток-индустрия, мои коллеги, так сказать, потому что, ну, мне интересно, да, кто чем живет, кто чем занимается, какое-то вот это вот мини-соперничество происходит. А с другими блогерами нет особо времени смотреть, вот. Но Клава Кока, Олечка Бузова всегда сторис от и до, от и до. Ой, очень сложный вопрос, на самом деле, сейчас, особенно в наше время, блин, буквально сутки без интернета, и уже вот такая вот трясучка, сторис, тиктоки, где это все? Ну, тяжело, тяжело в современном мире, особенно когда ты блогер, без социальных сетей. Я пыталась. Если честно, пыталась. А мы, кстати, ничего, я смотрю на тебя, правильно, на камеру. Я пыталась несколько раз, когда я еду в путешествие, я такая, все, не буду брать телефон, релакс, отдых, я не могу. Вот буквально час проходит, все, мне нужно что-то снять, кому-то написать по работе. То есть я не могу отключаться, мне наоборот это вводит в депрессию. То есть чем меньше я занята любимым делом, это любимое дело, тем больше, наоборот, на меня нападают какие-то мысли. Короче, я не могу вот сейчас без соцсетей, без телефона. Мне прям тяжело, я не отдыхаю, я этим живу. У меня огромный список, я в заметках, у меня реально есть такая графа путешествий, я ее пополняю каждый месяц, когда нахожу какие-то интересные места в Инстаграме или просто в интернете. Но, во-первых, я ни разу не была в Европе, я мечтаю просто хотя бы исколесить всю Европу, посмотреть, как живут люди. Мне скорее интересно узнать страну изнутри. То есть посмотреть на местный быт, пообщаться с народом. Вот я всегда смотрела фильмы, где, знаете, ты там на Ямайке танцуешь с местными жителями. Я вот так мечтаю путешествовать. Вот это «Орел и Решка», $100 и ты с рюкзачком. Вот правда, хочется очень сильно пожить такой жизнью. Сейчас времени особо на это нет. Но надеюсь, на пенсии, там заработаю и поеду путешествовать.